Твари, блядь! Еще что ли есть, нихуя? Да. Дом 2 на Твиче. Не раз здесь ехали. Тип-телка-то спланул, короче. Угу. Такой вот ночной клуб, не помню уже. 2000 мне дают, хотя я поебу здесь. Я буду поебить, чё мы. Вообще, это мы. Нормально. Это чё, ветер-то охуенно? Ты мне можешь подсказать, какого размера пенис нормально? Я чё, похож на абонента? Чё тут? Привет. Привет. Мне подарили Саккотриль ВЛ. Я остальным нет. Я долбаю. Спасибо, братишка. Еще ответ. Блять, нет, сука. Не надо искать ответ, блять. Стоп, сука. Ты что делаешь, Алиса, блядь? Это же подстава. Да ебать, мне даже в соло больше везет, потому что в соло как-то более я сосредоточенно играю. Потому что когда играешь в соло, ты все внимание именно непосредственно уделяешь своему персонажу, а не команде, правильно? Поэтому ебать. Опа! Ай! Да ебать себя, кого ебало, блядь! Фу, блядь, хуёвая рот, его ебать. Так быстро достать из готовы. Я на ужин вас ебнул. Бля, помнишь это? Для Ксюши соска. Я бы вылезал ее промежности ножки. Гекс не тому, что... Это не вам, это тут, этой даме рядом. Не переживайте. Она подумала про себя. Я бы бросил китсу на твоем месте. Так. Пацаны с чата также считают. Олд, непонимание, недопонимание. Самое интересное, что Гекс сказал, что мы занимаемся хуйней, но... Кто? Бля, Гекс, при всем уважении, нам похуй, что ты думаешь, бля, типа. Мы рассказываем осадок свой. И там сидел до конца, типа, бабки оставил, молодец, красава. Я же, блядь, вывожу за то, что меня крысы назвали ебучей. На меня тоже, типа, то, что я слил ладость. И, типа, блядь, что кое-кто там спизданул из вашего дома, блядь, что я поступил некрасиво и кинул всех на бабки, уехав. Круто, блядь. Да, делать мне нехуй, блядь, всех кинуть, блядь. Ну, еще рандомов каких-то привел. Да, еще рандомов каких-то. Только гексоген ку. Гексоген ку. Гексоген? Гексоген? Где ты, гексоген? Ку! Во, четко. Ну, мы по факту 5000 просто отдали, блядь, а так ничего, нахуй, конечно. Нет, подожди, он то сейчас сказал... Вот поставь его еще раз сообщение, что он сказал. Слушай еще раз, с самого начала. Вот, непонимание, недопонимание. Самое интересное, что Гекс сказал, что мы занимаемся хуйней. На том про видео, помнишь? Бля, Гекс, при всем уважении, нам похуй, что ты думаешь, это блядь. Это про типа, видео. Мы рассказываем осадок свой. И там сидел до конца, типа, бабки оставил, молодец, красава. Это к тому, я то, же, что блядь... он долбоёб, то, что он оставил там бабки. Дальше слушай его. Романова, Лера, спасибо большое. Кто-то дарит, да, подписочки? Или Лерочка тут? Рот, я чё, Лерочка, похож на абонента? Лерочка тут, привет, моя сладкая. Не забудьте глянуть бухущего Гекса. Ссылка удалена. Сейчас, да-да-да. Спасибо, Лерочка, моя сладкая, привет. Пиздец вам нам до Ставрополя. Я тебя люблю. Пиздец нам до Ставрополя хуярить, это пизданутся 7 часов. Что-то странно, как-то на самолете, короче, мы посмотрели 7 часов лететь. Хотя по километражу то же самое, то же самое до Москвы. Что за бред? Типа, ты разбираешься? Может, ты нам пришлешь своих кого-нибудь? Ребята, мы приедем. Чтобы нас довезли. Потому что на самолете лететь 7 часов, это вообще пиздец. Мы, блядь, 2 часа... Может, ты к нам? 2 часа еле как пережили. Лерусь, видишь, как тебя любят наши ребята? Вожу за то, что меня крысы назвали ебучей. По-моему, его никто крысы не называл. Не знаю, кто его крысы называл. На меня тоже, типа, то, что я слил ладость. И типа, блядь, что кое-кто там спизданул из вашего дома, блядь, что я поступил некрасиво и кинул всех на бабки, уехав. Ну, на бабки он никого не кидал, нет, но не он кидал. Поступил некрасиво то, что уехал, потому что он сейчас изначально сам же сказал то, что Гекс, типа, долбоёб, то, что он оставался до конца и заплатил бабки.
То есть, блядь, он долбоёб? Ну, это... типа, просто это, конечно, было дело каждого, оставаться или уезжать, но просто Братишкин был человек, которого ждали именно. Да, то есть человек тебя позвал, ты позвал к себе домой, а, блядь, произошла такая ситуация, блядь, о, ебать, что-то, блядь, здесь хуёво скучно стало, поедем и сейчас какой-нибудь пиздец начнется, потому что сейчас хозяин придет, надо съёбывать. А похуй, какие там проблемы будут потом, как о тебе будут думать потом, какое будет у тебя отношение с человеком, типа, это все похуй. Потому что, типа, нас тоже звали съебаться. Да, нам сразу Харт сказал, типа, поехали отсюда. Мы говорим, типа, блядь, нас позвал человек, мы не можем взять и съебаться, когда ситуация зашла в такой пиздец. Все. Тогда Волосе потом спишемся, мы решим, как лучше вам доехать. Хорошо. Вот. Ну, это... Так Харт также сделал. Харт даже не успел доехать до туда. Да, Харт был тоже приглашен, но он даже не успел доехать, поэтому я ему сразу сказала, типа, вы мне все послушали, он потом объяснит. Нет, я объясняю, типа, как мы сделали вообще. Да, делать мне нехуй, блядь, всех кинуть, блядь. Боже. Ну, еще рандомов каких-то привел. Да, еще рандомов каких-то. Только гексоген Ку. Гексоген Ку. Гексоген? Гексоген? Где ты, гексоген? Ку! Вот, четко. Блять, он его не пустили, потому что он уехал, потому что не пустили его друзей, Феню и еще кого-то. А, ребят, нет. Давайте да так. Знаете, нет, там, там пишут. Ну, типа, ребят, Феню, типа, мы знаем, он у нас на стримах сидит. Но давайте по факту, приглашены были определенные количества. И тащить за собой кого-то еще, ну, в планах не было. Ладно, одно дело, если бы сказали, можно я приеду с. Такого не было, все начали кого-то тащить, я не говорю, что это какие-то рандомные, у каждого свои друзья, стримеры, кто-то с тем, вот, все, просто братишки. Ой, да завалить его, я маленький, давай уже смотреть, Ксюш, реально похуй, потом еще пиздеть про нас что-нибудь будет, мы вообще нас там не было. Брат, я что, похож на абонента? Типичная Москва. Спасибо. Да, здесь, конечно, движение в Москве пиздец. У нас в Магнитогорске три улицы на вашей. Чё, овца, блядь, драная? Охуела, что-то. Чувак, я объясняю, он ехал спокойно до определенного времени. Потом он начал с нами общаться и на каждого выёбываться. Короче, ты пиздец был, блядь. Да. Феня вообще-то сидит на наших стримах у Андрея, особенно когда фильмы всякие смотрим. Потому что с Феней... Да? Ну, Феня, который, помнишь, подходил и говорил, мы типа с вами фильмы смотрим. Он тогда подходил ко мне в ту ночь в доме, но просто они потом уехали, мы не смогли толком пообщаться. Не знал. Смотрим, блядь. Крыса ебучая. Блядь. Следуйте в служебный корпус. Что тут у нас? Что тут у нас? У меня такого еще не было. Внимание, по нарушителям разрешено стрелять. I guess you're pretty hungry too. Надо дать Гавгавыч. ОМГ! Такси, да, Фазяш, это такси. О! Что, блядь? Я за щечку пожмякала, да и только не только за щечки ее пожмякала. Сын шлюхи! Блядь, собака, вау. Сын шлюхи. Нет, все. Все, бля. Это же вау. Просто собака, блядь. Его надо мочить. Говорили, что все слонепер. Ой, точно, точно. Реально? Да, грязючка. Да. Грязючка. Ось все, грязючка. Все. Ветерлы. Все, да. Ой, тут шатрошечки. Ой. Все, шатрошечки, да. Оп. Это вона все. Така грязючка взялась. Ой, от коня прилипло, от коня. Понять, когда ты засунешь член себе в рот, ты будешь ебать или сосать? Ну смотри, если ты будешь напрягать тазовую область свою, то ты будешь ебать. А если ты будешь губами шевелить, то ты будешь сосать. А если одновременно, как бы, то ты будешь ебать и сосать. Плюс сосать. О, красивая пара. Ножку так отставил. Кукол, наверное. Я знаю одно, что я бухать буду только с Братишкиным. Ему похуй. А я?
А как же Хесус? О, молодец! А, с Хесусом... Ну, а, забыл, блядь, про Хесуса уже, да, ясно, ясно. Я хочу, кстати, вам предупредить, вы можете передавать Хесусу, чтобы он готовил свою жопу, потому что в июле мы будем в Питере. Скиньте ему лучше мокрые подмышки, Ксюш. Я думаю, ему больше понравится, блядь. Сука, тихо! Тихо, блядь. Ясно. Ясно. Братишкин за него не платил, блин. На майбахе не катал. Ну, бухать он будет с братишкиным. Ну, все, ребят, все ясно, короче говоря. Вот и конфликт. Вот и все, короче, да. Предал меня. Делать из нее так... Пострижися, ку, привет, здорово, братик, пострижися. Петров, очень смешно, да-да. Сейчас, косплей будет. Ку, блин. Итак, собираемся на ровном месте нашего телепроекта Twitch 2. Сегодня мы обсудим самые важные новости. Кто же слил адрес, кто не прав, кто стримит. Кто черт, кто вор, кто поел говна. Здравствуйте. А, так вот, идите нафиг, я медоед, мне похеру. Вы мне понравились. Смотри, куда он руку положил. Ну, Андрей, ну посмотри, куда он руку положил. Я вообще не... Ну, пожалуйста, ну посмотри. Ты лучше посмотри. Ты лучше посмотри на свое ебало, блядь. Блядь, что такого? Чё такого? Просто чувак отдыхал. Бля, прости меня, братан. Подрестал, бля. Не, ну на самом деле тонкая тема, на самом деле. Ну, ну что происходит, бля? Гытя, гытя. Вообще, любой тебе сейчас. Дрынь. Ну, самое главное. Я прошу прощения, ребят, можете присмотреть за своим человеком? Могил. Это самый пиздец. Он говорит, я тут главный. А, ну давай. И что-то на английском там пошел поговорить, помнишь? Ну, сейчас будет, наверное. Могем, я самый главный. А вы где сам? Давайте со мной поговорим. Пойдемте на улицу, да? Пойдемте. Комс ту мир, блядь! Он потом не вернулся чекой! Комс ту мир! Это не наш, просто он пришел. Он к нам пришел. Блядь. А это не нет? О, Хабибушка пошел! Да сейчас весь Кавказ встал! Сейчас я просто слышу, сейчас Чечня Грозный, я не знаю, сейчас весь Кавказ стал говорить: «Вася! Вот это нормально воткнул!» Я сейчас даже чат открою. Ты видел, какой прогиб? На суплекс его взял, Вася! Вот это такая, ничего. О, смотрите, какая. Вот ей засадить бы, да? Ничего, ля какая. Там так хорошо видно было. Ты ни одного коня. Да, кстати. Да? Ага. Нет, такая самка нормальная. Нормально. Вот так. Будете знать историю. У меня на travel стримах, блядь, хороший ой, фон для съемки. Пиздец. А я тут, блядь, за историю. Мы тут, блядь, историю обсуждаем. Нахуй ярит, блядь, гексорал в горло. Гексосрал, блядь. А это точно гексорал? Ты сейчас гекса догоняешь, он, если чё, на Тверской возле Красной площади. Да-да-да, надо поспешить, побежали. Догоняем быстрее гекса. На стабилизатор 10 тысяч рублей. Ну что, так можно было? Сейчас успеем. Блять, нет, не успеем, сука, самоката ведь нету, блять. Не, без самоката не успеем, ребят. Это айфон, наверное, да? Куй, точка, это я денег, точка, я так быстро ехал к вам, что пробил дыру в межпространственной временной петле и оказался на другой планете, где ты президент Украины, Иисус России. У вас кыцы, 12 детей, точка, пожалуй, стану здесь, не ждите, заебался ехать за вами, точка, слава Украине.
Сколько километров в час на самокате гоняешь? Я каждый раз ставлю мировые рекорды. Один раз я пробил скорость света, раскрылась воронка, меня всосало туда, и я вылетел вообще в другой части галактики. Так что я теперь осторожен очень со скоростью, поэтому... Приезжай, тебе заебало будет. Чисто стримерский юмор. Там чел, который шашлыки жарил, хватил пизды от хозяйки. Ну, а так и надо было. Она пришла, смотрит, жарит мясо. Хотела, чтобы жарили ее, блядь. Я синхуй, он отказался такую старую бледуху жарить. И она ему дала пизды. Позвала своего ебаря, сказала... Ну, короче, все, пизды. А вот оригинал как было. Сначала он играл на барабанах, а после барабаном стала его жопа. Ля! Лянь, какая красотка! Ля! Вот! Вот это красоточка, ля, как вы, Микки Маус, бля. Вот это деду нравится, бля, какая, да. Мне кажется, вот этой девочке надо выдать модерку на канале, да. У нее вот по глазам видно, что она будет выполнять права модерирования именно на высшем уровне, да. Она должна быть модератором, реально. Блять, такой стильный. Бэха. Бэха? Да, синхрон, да. А самка какая нормальная синхрон, да? Самка. По-любому сосет, извините. 100%. Да? Все. Я просто смотрю, на таких тачках бабы ездят, думаю, бля, хорошо сосут. Да? Вот ты на такси ездишь. Да, я на такси. Хуёво сосу. Хуёво, да? Да. Это вы парень с девушкой? Нет, брат с сестрой. Брат с сестрой? Нормально. Я немножко притормажу, я просто ложу ногу. Ну я вообще не могу урегулироваться с тормозом. Двигатель тормозит. В смысле? Ебать! Блять! Ебать! Ты шо? На минуточку, мы тоже в этой хуете, блядь, ладно, не хуете, ну, короче, вот в этой хуебоне, блядь, ездили, ебать, она рвёт. Он нас, блядь, из парковки вывозил, это просто пиздец. Он там, наверное, блядь, весь асфальт стёр нахуй. Да, блядь, выехал. Это пиздец, ебать, она пердит нахуй. 400, блядь, 70 вроде в ней лошадей, ебать. Давай, давай, давай. Я знаю, что ты умеешь. Пацаны, блядь. Мне надо уже на вас ебнуть. У меня такие сиськи огромные. Я когда её увидела, мне захотелось в них нырнуть. Они такие мягкие, такие большие, такие гладкие. Ты подходишь к ней, когда она в таком вырезе, ты стоишь рядом с ней, и я не знаю, как можно на них не смотреть. И, типа, я вам клянусь, я стою с Михалиной, мне хочется смотреть на её сиськи, хотя я девочка, знаете, просто хотела стоять и смотреть. Плюс на них. Просто смотреть, я вам клянусь. Ну я сдержался, я на фото, блядь, успел на секунду отвести глаз, сфоткаться нормально. Сиськи. Я на самокате, да, блядь, на самокате, видишь? Ух, блядь, еду кочки как раз, блядь, кочки, сука. Кочки, ёбаный в рот, кочки пошли, сука, блядь, самокат ебучий, дороги в Москве не очень хорошие. Так, всё, приехали, делай паузу. Бля, модератор мой. Бля. Блин, а так в рот что-нибудь хочу, Андрей. Это мой модератор. Ля. Это мой модератор. Почему он писем приехал? Рот, я что, похож на абонента? Лянует, не мой форт, сук. Масулори, бля, масулори. Спасибо. Да они не капятся, они просто пытаются себя оправдать. Каждый раз, вот стримерши есть такая особенность, они всегда пытаются себя выставить какими-то ангелочками, просто принцессами невинными, да? Когда по факту-то они, ну, реально четко прям так жестко обосрались, что вот это ГТФО, Бае, что в данный момент Аринян, что это Влада, как бы. Вот у них вот есть какая-то такая вот особенность, не знаю, они прям вот всегда пытаются прям вот, ну, максимально выставить себя невинными. Мы вообще тут ни при чем, ну, вот прям вообще. Ксюша. Вот, ну, все виноваты, но не мы. Ты к нему хочешь? Ну, я из этой херни хотя бы смогла. Спасибо большое за 100 чаров, спасибо.
Спасибо. Спасибо. Выбраться. А я не могу выбраться, блядь! Я не могу слезть с мефедрона! Помогите, блядь, люди! Как это сделать? Я зависимый! Это вообще хуйня какая. У меня так рвет жопу, я просто не... С чего я слезть не могу? Ну вы все, да, чекали видос про мяту? Нафтизин плюс? Феназепам, ладно, еще, может быть, нельзя с этого слезть. Скорее всего, погрязнет в этом всем. Вот и все. Просто плавненько нажимаешь, все, она притормаживает. Братан, я не знаю, как у хозяина машины, но у меня уже и стопы, и ладошки мокрые. Ёпа-мать, что ты делаешь? Все, тормози, нет. Пожалуйста, ты нас разобьешь. Вот, у меня минус колени. После глухих там. Андрюх, прокати людей. И машину жалко. Газёныш, блядь, выблядет, блядь, за старое взялся. Откуда у него Панамера? Не знаю. Не знаю. Я тебе больше скажу, сегодня 4 числа Гекс летит уже в Грецию. За счет этого, у которого Панамера. Блядь, везет. Сводите нас, вот, блядь, кому-нибудь западло нас куда-нибудь сводить? Каен, да, Каен. Куда свозите? Пласт? Да. Я в Пласт бы съездил, конечно, да. Пласт хороший город. Оля. Гараж со мной напухается. Слышь ты, послушай меня, прием! Ебать ты тупо полезная. Иди нахуй. Чпоки-чпоки. Чпоки-чпоки. Блядь. Не могу, прикиньте, видео загрузить, пацаны, но вот, блядь, нажимаю, не грузит. Да зачем его грузить-то? Все же так бы посмотрели. Так бы посмотрели. Ну а что? Сейчас покажем вам видео со стримфеста. А как я его покажу? Сделай захват чего-то там. Видео со стримфеста. Человек нас снимал, сделал видео, конечно. Ой, блядь, что не то сделал. Минус, блядь.